проповедую из Исхода, Шемот, 20 глава. Если вы откроете, будет хорошо. Исход, 20 глава, пик Шавуота. Мы уже прошли Шавуот, Шавуот был в Йом-Хамиши-Шиши. И я думаю, у многих было возможность и Библию почитать, и отдохнуть, и помолиться, и даже выйти на море. У кого вышла возможность выйти на море? А? А вы в лесу были? А мы были на море. Вы были в лесу, а мы на море. А кто-то пошел ягоды соблюдать. Я уверен, что в лесу тоже. И сейчас необычно прохладно в Израиле, правда? Просто даже холодно. То есть ночью накрываешься, потому что холодно, необычно, да? Тут вот много пожеланий, по всей видимости, все сдвигается, и мы перемещаемся в область Швейцарии на лето, да? А? Да, зимой на горе Кармель будет снег, откроется горнолыжный этот... Хеврат Хашмаль не радуется. Люди выключают кондиционеры, включают на обогрев. Хорошо. Итак, мы сейчас после праздника Шавуот, и в русском языке, наверное, больше народ слышал такое слово «пятидесятница» или «что такое Шавуот». Я очень советовал бы вам, кто, может быть, пропустил, зайти. Ефраим выставил на своем канале, или вы можете зайти на мою личную страничку в Фейсбуке, и я буквально ее перепостил, его ролик про... Это он сделал мидраш на мидраш про Шавуот, очень информативно, коротко и объемно, и поясняюще, почему апостол Павел в книге Галат написал, что Тора была дана нам при посредничестве ангелов. И я очень советую вам просто зайти и посмотреть, это будет очень полезно. Мидраш – это не уровня Библии, дополнительная литература, которая записана в былые времена многими еврейскими мудрецами или учителями священных писаний. И цель ее была дать прочувствовать момент, в некоторых случаях толкование какого-то момента, в некоторых случаях описание того исторического бэкграунда, который был там. И на самом деле то, что записано в Исход в 20 главе, крайне непонятно. Хоть оно написано понятно, но если ты начинаешь копать поглубже, там все можно обозвать одним словом «вау». И очень сложно, что там понять. Мидраш рассказывает, что народ Израиля стоял у подножия горы, и Хорев – это горный хребет. Но там они стояли у подножия конкретно какой-то горы, огромное скопление народа. Можете посчитать, 600 тысяч только мужчин старше возраста 20 лет. То есть там, возможно, было 3 миллиона человек, может быть, больше. А если учитывать, что несчислимое количество иноземцев было с ними, то там вообще стояло просто громадное. Хотя есть разные толкования на эту тему. И вот они стояли. И гора тряслась, приподнимаясь от основания. И случилось нечто непонятное. Я сейчас вам рассказываю мидраш. Частицы этого мидраша мы читаем в книге Исход. То есть это не высосанная из пальца информация. Господь Бог, вот это вот абсолютно непонимающее, непонятное для интерпретаторов понимание, сошел на гору. Когда такой текст читают, я не знаю, греки, которые привыкли, или египтяне, которые привыкли, или японцы, которые привыкли к обилию божеств, я когда-то был в Японии, и мне поводили по их храмам, сказали, ну, у нас примерно 1 000 000 богов. То есть у нас даже человек может стать богом при сопутствующих обстоятельствах. У греков это было иначе, у них там был этот Олимп, на котором
восседали, по всей видимости, нефилим, или те ангелы, Малахей Шарет, про которых мы читаем в Бытие в 6 главе, или их потомки, смешанные эти гибриды, которые господствовали, по всей видимости, на земле в определенный период до потопа. И когда это в языческом понимании, то божество, у которого есть какая-то форма, размеры, пускай он исполинского размера, но все равно более-менее описуемого, его можно впихнуть в какой-то гераклеон или в какой-то храм огромный, ну, поднялся на гору. Но когда мы читаем про Элохей Исраэль, про Бога Израилева, про него написано: «Небо небес не может вместить его». Царь Давид говорил: «Взойду я на небеса, там ты, я спущусь в преисподнюю, и там ты, везде ты». И как вот он бесконечный мог быть, это вообще как бы срывает голову, когда даже начинаешь думать. Но Бог не лжец, он говорит: «Я был там, и вы меня видели», или, по крайней мере, образ, мглу по-разному. И в мистическом иудаизме есть такое выражение, которое называется цимцум. Кто знает, что такое лицамцем? Нет, лицалем — это фотографировать. Лицамцем — это сжимать. Это когда вот у тебя подушка есть пуховая, да? Ты ее затолкал в такой мешок вакуумный, ее... Кто запаковывал так когда-нибудь пакет? Или такое одеяло, которое ты не мог воткнуть в пол шкафа, ты запихал в этот пакет, вакуумом вытянул, получилась такая тонкая... Это, знаете, есть такой анекдот, как одна женщина звонит врачу и говорит: «Что мне делать с мужем? Его переехал каток для асфальта». Он говорит: «Пошлите мне по факсу, я посмотрю». То есть, ну, это цимцум, это сжатие. И вот есть в мистическом иудаизме есть такое выражение лицамцем, цимцем — это цмо, сжал себя, чтобы явить себя. По всей видимости, этот цимцум случался много раз. Один из разов — это когда Бог сотворял мир, потому что до этого миров не было, он сжал себя, чтобы явить себя. В явлении Машиаха вся полнота божества телесно обитала в нем. То есть это тоже определенный цимцум. И вот там написано, что Бог восседал на горе, народ стоял, и их трясло просто от ужаса и страха. И Мидраш рассказывается, и Бог сказал: «Они Элогеха». И когда он только это сказал, сила его голоса лишила жизни всех тех людей, стоящих. Ну, так Мидраш описывает, мы не знаем, это правда, неправда. Я рассказываю, как Мидраш описывает. И ангелы, и ангелы говорят Господу: «День великой славы, неужели обратишь ты в траур?» И Господь возвращает души людей назад в их тела, они встают. И в ужасе и страхе начинают разбегаться от горы. Потому что много мест Писания говорят, когда Бог говорит, истаивают горы. То есть многие люди говорят: «Мне Господь сказал, мне Господь сказал, мне Господь сказал». Мы должны быть скромны в наших провозглашениях «мне Господь сказал». Он, да, говорит к нам, но это отзвук отзвука. Когда Господь реально говорит, то горы истаивают. И вот народ встал воскрешенный, так Мидраш рассказывает, и в ужасе стал разбегаться от горы. И Бог посылает ангелов, и они их как бы окружают и возвращают назад к горе. И тогда они говорят, народ, говорит Моше: «Мы не готовы слушать это, мы боимся, ты иди, и мы все поверим тому, что ты нам передашь». Ну вот так рассказывает Мидраш. Но еще раз говорю, вот я читаю Исход, 20 глава. «И сказал Моше народу: не бойтесь, ибо чтобы вознести вас
поднять вас на определенный духовный уровень пришел Бог, и чтобы Его страх был пред вашим лицом, чтобы вы навсегда запомнили, и чтобы не грешили. И стоял народ поотдаль, это 18 стих 20 главы, а Моше подступил ко мгле туда, где Бог, и сказал Господь Моше, так скажи сынам Израилев, вы видели, что с небес я говорил с вами, там написано, я Анухи, я говорил с вами, то есть не ангел, не какое-то изображение. Почему мы говорим, что там был цимцум, это сжатие, непонятная штука? Короче говоря, там было что-то абсолютно невероятное. И как я уже сказал, все это описание, которое написано в 20 главе, это чтобы мы могли как-то переварить и думать об этом, но после прочитанного все должно сводиться к одной идее – трепет, 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 чтобы мы могли трепетать перед именем Господа Бога. И это не значит бояться движущегося на тебя большого автомобиля. Трепет – это не страх, трепет – это масса трепетного почтения. И я боюсь сказать, что многие люди сегодня обращаются с Небесным Отцом как с папаней. И это абсолютно неправильно, потому что Писание учит нас о трепете перед Господом Богом. И там так написано, и весь народ увидел гром и пламя, звук трубный. Мы на этот про 18 стих немножко позднее еще поговорим. И увидел, в то народ отступил, встал вдали, сказали, Моше, ты иди говори, чтобы нам не умереть. Короче говоря, трепет, трепет. И я хочу, чтобы вы понимали, что суть праздника Шавуота – это не только быть одарованными от Бога, это получить внутри себя то, что называется страх Господень или трепет. Про страх Господень Писание многократно говорит, начало мудрости. И я хочу сказать каждому верующему человеку, и, возможно, сейчас это как раз то время, когда Бог хочет, чтобы в сердца Его детей вернулся трепет. Не страх, не панибратство, а трепет и почтение Небесного Отца. Потому что это, наверное, для нас сейчас та пилюля, которая может нас утвердить в вере и двигать вперед. Это вот такая вступительная мысль перед тем, как я хочу говорить какие-то логические темы. Окей? Двигаемся дальше. Итак, мы читаем в последующих главах, в 24 и в 31 исхода, что когда Бог все это сказал, Он говорит Моше, поднимись ко мне, я тебе дам скрижали. Кто помнит такое слово скрижали, которые были высечены из камня? Кто помнит, сколько этих скрижалей было? Две. И очень часто мы на разных картинках, на разных монументах мы видим Моше в Рафаэль, когда или Микеланджело, когда делал статую громадную, Моше сделал его с такими рогами, помните? Сейчас крутые накалывают себе рога, наверное, хотят похожими быть на Моше, и много этих серьги, на кого они тут хотят похожи. Я не уверен, что Моше был с серьгами. Но про рога – это не рога. Это когда он спускался с горы, свет Господень исходил. Ну как ты в камне, свет Господень? Короче, это вообще не рога. Но тема даже не об этом. Я хотел поговорить немножко о скрижалях. В древние времена, вот когда примерно тогда Ам-Исраэль выходил из Египта, чаще всего, когда два народа договаривались друг с другом, или, точнее, даже не совсем так, а когда народ становился вассальным народом. Кто знает, что такое вассал? А? Под кем-то. То есть, скажем так, была Великая Вавилонская империя. Там были свои порядки, там были свои устои, и, допустим, какой-то маленький народ, который подвергался постоянным нападкам кочевников, отправлял к царю Вавилона своих послов
и говорили: слушай, царь Вавилона, мы знаем, что тебе до нас дела нету, мы там в какой-то дыре сидим, но мы просим, чтобы ты взял нас под свое крыло. Царь обычно говорил такие слова: окей, договорились, друзья, вы мне платите за военную охрану, немножко на нашу систему здравоохранения, немножко для оплаты нашего дополнительного министерства, которое будет управлять вашими делами, немножко, а взамен мы вам будем предоставлять военную защиту и покрытие. Но есть еще несколько немножко. Есть несколько кодексов, которые вы должны принять на себя. И они говорили: ну, не просто, но мы согласны. И брали две дощечки, или точнее две каменные плиты, и выбивали на... Мастера выбивали это. Одну оставляли в хранилищах царя Вавилонского, а одну забирали к себе. И это был как бы писанный документ, как сегодня делают контракт, который остается часть у тебя, часть у того, с кем ты сделал контракт, а часть у адвоката, который является свидетелем данного контракта. И таким делом, как бы так вот, две таблички, многие говорят, это не было две таблички текстов. Одна была табличка, на которой было все, что, ну, как бы, моя часть контракта, а это твоя часть контракта. Но Господь сказал: я доверяю вам, можете мою часть контракта тоже у себя держать. Я как бы у себя все запомнил. Вот есть такое мнение. Я склоняюсь, что это было как раз это. И сколько заповедей там было, кто помнит? 10. Это обычное вот такое вот представление. 10 заповедей. Кто помнит первую? Как? «Я есть Господь Бог твой, выведи тебя из земли египетской». Некоторые считают, что да, реально это 10 заповедей, но другие считают, что первое – это не заповедь. Это вот как если бы какой-то народ встал под власть царя Вавилонского, то тут было бы написано: «Я царь Вавилонский, а это мои условия». И вот там примерно то же самое. «Я есть Бог, который вывел тебя из земли египетской». Это мой статус, мое имя. Хочешь быть моим? Вот тебе следующих 9 установок, соблюдая которые ты получишь мое благоволение, мою защиту и мой покров. Есть вот и такой подход к этому делу. И на самом деле все это не так важно, так это или немножко иначе. Суть, что там произошел договор, который огласил Творец миров единственному народу Израилю. И во всем этом характеристика Творца была единственная – верность. Кто знает, как верность на иврите? Нейманут, нейман. И много раз в Писании, когда мы читаем, написано: «Я Бог верен своему слову». Даже, он говорит, «Я больше, чем мать для тебя, даже если мать забудет тебя, я тебя не забуду, я верен». И Бог в нас тоже ищет верности, но чаще всего Израиль находил себя не очень верным, и из-за этого как бы сам себя отлучал. Это не то, что Бог вот прямо вот наказание на нас искал, как вылить. Но когда мы являем свою неверность, то мы как бы сами себя отлучаем от источника. Вы помните историю, когда в Коринфской общине там кто-то заблудил страшным образом, и Павел сказал: давайте предайте его сатане, помните? Это не думаю, что уже там прямо вывели этого человека посреди собрания и взяли там какую-то книгу заклинаний и провозгласили над нем самые худшие беды, и человек вышел, и его бесы стали сразу прессовать. Я думаю, все было намного проще. Они просто сказали: друг, ты так грешишь, что в таком положении ты среди нас не можешь быть. Выйди вон. И когда он вышел вон и был отлучен от общины святых, там, где действует Божий свет, он просто оказался во тьме. То же самое. Господь ищет нашей верности. И чаще всего мы нарываемся, когда являем нашу неверность. Когда в семьях начинаются проблемы.
та же темка. Когда один из супругов являет свою неверность. И потом он говорит, а чего-то мне нужно платить алименты, а чего-то я должен свою жену и своих, то есть здесь жену нет уже, а своих детей раз в три года видеть, а чего-то, потому что человек сам себя дисквалифицирует. Бог является верным Богом. Он ищет нашей верности, и тогда благословение распространяется на нас. Чего еще ищет от нас Господь? Чего еще от нас ищет Господь? Знаете, я бы обозвал это заповедью или повелением, которое записано в Михея в 6 главе. Кто помнит? «О человек!» Помните? «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». И как эти вещи истолковать вот в сегодняшнем формате? Знаете, чего ищет от наш Бог? Первое, чтобы мы сильно не зарекались, какие мы крутые. Как Петр, помните? Петр сказал, я тебя никогда не оставлю. Мы не знаем, как мы можем себя повести в каких-то обстоятельствах. Еще другая вещь, которую требует нас Бог, не переоценивать, что мы такие уж силачи. Тоже как Петр, который сказал, я пойду к тебе по воде. Результат помним, да? Он стал. Но с другой стороны, чего требует от нас Бог, чтобы мы и не умаляли себя. Не умаляли себя, как Петр, которому Бог сказал, «Се даю тебе ключи от Царства Небесного». И барабим во множестве, Бог нам говорит, вы стали участниками. В тот момент, когда вы присоединились ко мне, не делайте из себя больших героев, вы ими не являетесь. Но вы не маленькие. Если вы двигаетесь со мною, и вы знаете свой дар и свое место – вы находитесь просто в благословении. Я думаю, это сильно, ну, для меня, по крайней мере, если вы помните в Откровении ангелу одной церкви Иешуа говорит такие слова. «Ты немного имеешь силы, но я открыл перед тобою двери, и ты делаешь свою работу». Я думаю, что многие из нас про чудеса огромные слышали лишь понаслышке. Но многие из нас вот так вот их, ну, видели там какие-то исцеления и проявления, но вот не прямо, что мы там, где мы. Мы должны благодарить Бога и в верности продолжать двигаться за Ним. Я, проводя один из уроков по Иоанну, мне в чате кто-то написал такие слова – а можно ли, я там немножко учил, помните, там написано, испытывающий, ну, про сатана я немножко учил, а можно ли провозглашать такие слова, сатана, ты под ногами моими? Помните, была такая песня харизматическая? И я помню, как мы ее пели. Знаете что? Я бы воздержался. Я бы лучше бы провозглашал другие слова, которые в Библии записаны. «Избавь меня от лукавого и не вводи меня во искушение». Потому что Писание учит нас не думать о себе сверх меры, но думать нормально. Мы Божьи инструменты, мы Божьи дети. Но мы знаем по опыту, что не все покоряется нам. Но когда Господь хочет, все, что надо, покорится тебе. Если ты будешь настойчив, и вправедно двигаться вперед. Следующий маленький момент из исхода второй главы. Как я сказал, там есть то ли 10, то ли 9 речений. Почему 9, вы поняли уже, да? Потому что, возможно, первое – это не речение, а имя. «Я есть Бог, имя которого выведет тебя из земли египетской». Но, может быть, это и заповедь не так важно. Если мы смотрим, сколько есть заповедей с приставкой «не делай» и сколько «делай», кто-то помнит, какое распределение там? Сколько с плюсом, сколько нет? Сколько не? Нет.
а? С плюсом 3, с минусом не 7. И с плюсом 3 при условии, что первое, это «Я, Изим, Бог, вывечу тебя из Израиля», что это может быть и не заповедь, а имя Творца. Когда какие две еще, какие вещи нужно делать? И помни день субботний. И все. Две. Если ты хочешь положительную динамику в твоей жизни, знай, что настоящий шаббат без меня невозможен. Ты должен отдыхать, это и физическое тело, но ты должен научиться отдыхать во мне. Это первое. А второе, это почитай отца и мать твою, чтобы было тебе хорошо на земле. И это прямое указание о преемственности жизни. Тогда дни твои продлятся, будешь здоровее, богаче и стабильнее. Будешь побеждать. Дети твои будут учиться у тебя. Будут поступать так же. И у них тоже будет правильная динамика. Остальные 7 с минусом. Там какие вещи? Там вещи, которые были приняты даже у других народов. Не укради, не убей, не прелюбодействуй, не завидуй. Есть там еще 2, которые немножко индивидуальны. Одно из них – не делай себе кумира, а другое – не произноси имя Господа Бога в суе. Помните? Что значит имя Господа Бога в суе? Здесь многие грешат. И Божье имя стало как бы, я уже забыл, как по-русски это называется, как бы, как? Да скажите мне правильно, как по-русски. Ну, да нет. Как? Междометие. Бог стал упоминаться как междометие. И многие люди употребляют его как связку между, когда что-то не получилось. Опять не получилось. И написано в Писании, не употребляй имя Господа Бога в суе. В еврейской среде, в Израиле, именно поэтому чаще всего вообще не используется слово «элогим», а они часто заменяют его, мы заменяем «элоким», как бы другое. Но у русскоязычных есть большая скидка. Знаете, какая? Когда мы говорим «Бог», это не его имя. Это иностранная кличка, которая равна слову «Элоким» или чему-то другому, потому что его настоящее имя или невозможно произнести «Юдгей Вавгей», или «Элохим», или «Элохейну», или «Элохей Исраэль», и чаще всего мы не используем это слово. Но даже когда мы пытаемся впихнуть в каждую дырку слово «Бог», мы как бы принижаем его. И Тора говорит нам, не делай этого. То, что же касается, не сотвори себе кумира из литого, картины или еще чего-то, то здесь мы тоже должны понять смысл сказанного там. Лет так через 2500 после этих слов был такой известный еврейский ученый. Он умер в Израиле, похоронен в Тверии, но он был при дворе многих королей и царей от Испании до стран Магриба и прочее. Его звали Рамбам. Слышали такого? Так вот, Рамбам писал в своей книге, что когда наше поколение, то есть его поколение, это было лет так сколько, 700-800 назад, его поколение говорило о колдунах или о идолах, или о волшебстве, то они говорят, он говорит, это все ерунда, говорит. Вы даже не представляете, что было во времена Моше или Вавилоне, когда там было колдовство, или когда там они занимались всякими этими гаданиями этими. То есть вот там это было реальное демония. А то, что у нас, это во времена Рамбама, это все детские
игры – это как дети в пионерлагере пытаются по зеркалу какую-то ерунду делать. И потом, уже в годах, мы начинаем гонять друг у друга бесов там, где этих бесов нету. А они есть в других местах. Они есть в других причинах. И причина, она связана тоже с этими заповедями, потому что здесь сказано: «Я Господь Бог твой, избавивший тебя из Египта». В имени «избавивший тебя из Египта» есть очень глубокий смысл. Я на прошлых собраниях уже пояснял значение слова «свет и тьма». Помните такие вещи? Свет и тьма. И чаще всего для многих верующих слово «тьма» ассоциируется с греховной жизнью. А слово «свет», что я такой праведный, и таких в свете праведников всего лишь 5-6 человек, и часть из нас больше к этому не... На самом деле это все не так. Свет – это область света. Это там, где воссиял Божий свет. И под светом могут ходить совершенно разные люди. Но суть света в том, что свет Божий светит, обличает. И если человек реагирует на обличение, он способен и покаяться, и исправиться. А те, кто во тьме, там света нету. И среди ходящих во тьме есть вполне много нормальных людей, образованных, цивилизованных, порядочных, но исправления там нету, потому что его там не было заложено. И мы читаем про такие области тьмы. Первой такой областью тьмы был Вавилон. После того, как люди сказали: «Бога нету», отодвинули его в сторону. И стали строить эту башню, и погрузились в тьму. И единственным светом было только Авраам и его семья, потому что там светил свет. И вот в Египте я выведу тебя из Египта. Это та же самая тема, которая была актуальна к тому дню, потому что Египет, он поклонялся кому угодно, только не Богу. И они там были просто во тьме. И потом, через столетия, когда наш народ опять попал в Вавилон, опять попали в тьму. А многие из нас тоже родились во тьме. Потому что та страна, в которой мы родились, я не имею ничего плохого к России, к всем странам СНГ, пусть Бог благословит их обильно, но когда там был коммунистический режим, то официальным статусом было «Бога нет». И это была тьма. И поэтому для нас, и в пророчествах сказано, для нас сказано: «И забуду дни, когда говорили: жив Бог, выведший меня из Египта, с именем Его зовут, выведший меня из Египта. Но будут говорить: жив Господь, с именем, выведший меня из страны северной». Не потому что она плохая страна, а потому что там была тотальная тьма. И эта тьма была, потому что люди, устроившие эту землю, сказали: «Бога нет». И там было полно нормальных людей. И я помню больше нормальных, чем ненормальных. И я благодарен за то, что у нас было с этими людьми. Но тьма, которая, я надеюсь, сейчас там разрушена, потому что там провозглашается вера в Бога, она там даже в Конституции записана. Но даже не об этом я говорю о том, что все, что записано в священных писаниях, чтобы мы запомнили, что наша динамика, она должна быть к тому, чтобы направляться в свет. Я хочу быть в свете. Не потому что я хорош. Я, конечно, хочу стать лучше. Я хочу исправляться, как исправлялся Павел. Но в свете у меня есть опция для исправления, потому что там свет Машиаха светит. А во тьме его нету. Поэтому дорожите и держите то, что Господь дает нам. Шавуот была дана Тора. В чем здесь суть? Вы знаете, когда слово «Тора» переводят как «закон», или как «уставы», или как «постановление», это очень приблизительно и очень неправильно. И есть в этом, конечно, тоже доля правды.
Там есть и законы, и постановления, но Тора – это что-то другое. Тора – это свод каких-то концептов божественных. Часть из них мы пытаемся понять. Почему я говорю «пытаемся понять»? Вот я вам дам пример. Слово «убийство» – это же ужасно звучит, правильно? А почитай день шабатни – ну, нормально. Но почему-то они в одном списке стоят. То есть не убей и почитай шаббат. То есть я к чему говорю? Мы многое из того, что написано простым текстом, с трудом понимаем, почему стоят они в одной строчке. Но есть много незаписанного, потому что мы по-человечески понять этого не можем. Но Тора, исходящая из сердца Небесного Отца, она наполняет это творение подобно тому, как кровь наполняет нас. Без крови наше тело не жизни, не имеет жизни. Без Торы творение Божие не существует, упадет. Поэтому Иешуа говорит, кто исключит из Торы даже маленький юд, я сейчас перефразирую его слова в Матфея в 5 главе, кто уберет, он просто остановит жизнь во вселенной, человеку это не под силу, это только Творец может такое сделать, поэтому не тщитесь такое делать. Но суть дарования Торы, со дней сотворения у Бога были помощники, и мы читаем об этом. Когда, допустим, Он творил физический мир, написано и ангелы Божьи, или там написано звезды, это какой-то уровень ангелов, торжествовали, когда Он все это делал. То есть не то, что они ему там помогали или не помогали, а может быть помогали, мы не знаем, но он поставил в некоторых апокалиптических или неканонических книгах, типа Еноха или Юбилеев, описаны ситуации, где ангелы управляют какими-то стихиями. В Откровении написано, ангел имеет власть над ветром или над тем и над другим. Так вот, с дней сотворения физического мира только праведные люди были соучастниками или соработниками Бога в управлении всем этим. Но в момент, когда Тора была дана израильскому народу, написано, чтобы поднять всех вас, чтобы все вы стали соработниками Творца. И в этот момент миллион людей, а может быть много миллионов людей, переживших вот это наполнение свыше, стали себя чувствовать, вау, я не просто винтик во вселенной, от моей жизни в свете влияет будущее. И когда 2000 лет спустя Иешуа воскрес из мертвых, поднялся на небеса и излит был Святой Дух, то присоединиться к этим миллионам смогли еще сотни миллионов язычников из зоны света, став соучастниками дел творения. Многие говорят о излиянии Святого Духа, тоже совершившегося в день Шавуот, как вот нам дано способность сделать чудеса и знамения. Они, конечно, неплохие, эти чудеса и знамения часто помогают, но они не являются определяющими. Излияние Святого Духа позволило мириадам язычников выйти на дорогу из тьмы в свет. Павел говорит в послании к Колоссянам, «Вы благодаря жертве Иешуа вышли из тьмы в чудный его свет». И еще одна вещь случилась в день Пятидесятницы, когда излит был Святой Дух. Поскольку Иешуа воскрес из мертвых, то был высвобожден с небес также вот это свойство воскрешения. И это не значит, что раньше не было воскрешений, а после этого они стали. Я назвал эту проповедь «В небе запахло грозой», когда был высвобожден этот дух воскресения, всему творению стало ясно, что в один скорый день, и этот скорый может растянуться, он растянулся на 2000 лет, может еще растянуться, в один скорый день изменение коснется всей вселенной, и власть у нечестивых будет отобрана совершенно, и вернется с небес царь царей,
чтобы воссесть на престоле. Я хочу прочитать в заключение стих из Откровения, 21-23 глава, 21 глава, 23 стих. Там про небесный Иерусалим. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его – Агнец». Это про свет, к которому мы призваны. И я надеюсь, что каждый из нас может чувствовать грозу, которая принесет дождь с небес, очищающий этот мир от беззакония, от вавилонских блудниц, от египетских блудниц, от всех остальных блудниц и решений человеческих ходить во тьме, чтобы быть в свете. И это наше решение – быть верными перед Богом, ходить с Ним, ходить за Ним, веровать в Него и жить жизнью достойной. Пусть Бог поможет всем нам это сделать. Еще раз. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божья светила его, и светильник его – Агнец». Давайте мы встанем, я хочу помолиться. Небесный Отец, я прошу у Тебя милости, чтобы Ты позволил нам ходить в свете. Укрепи нас, прости грехи наши, очисти беззакония наши, очисти нас от всякой неправды, очисти нас от гордости, от того, что мы что-то из себя представляем. Мы Твои дети, в этом мы себя представляем. Но мы никакие не чудотворцы и не кудесники. Мы можем быть ими, если Ты призываешь нас периодически, и Ты, да, призываешь, но только на короткое время, чтобы не возгордились. Потому что Писание говорит, что вся слава, она принадлежит Тебе, и Ты с ней делиться не намерен. Мы благодарим Тебя, Господь, что избрал нас ходить с Тобою. Благословляем Твое святое имя, Царь наш, Башем Иешуа ха-Машиах. Во имя нашего Мессии и Спасителя. Аминь.